Это стихотворение я посвящаю известному православному проповеднику и миссионеру Игнатию Тихоновичу Лапкину, которого неоднократно спрашивали, кто и когда жил по Евангелию. Такой же вопрос задавали и мне. Отвечаю на него стихом. Когда кто по Евангелию жил? Когда кто по Евангелию жил? И кто с Христом всю жизнь дружил? Есть друг Божий и Христов. Он за Евангелие умереть готов. 58 лет он за Христом идет и людям проповедь о нем несет. Игнатий, этот пламенный борец, к Иисусу много обратил сердец. В молитве к Богу день и ночь стоит, обиды в своем сердце не таит. Он друзей имеет много и врагов, овечек Божиих спасает от волков. Овчат рулетку, словно в ад, он ежедневно заходить не рад. Вот только ради Господа Христа открывает там свои уста. Обличает смертный в людях грех, к покаянию Игнатий призывает всех. К Господу заблудших он зовет, словом Божиим зло в человеке жжет. Да, Божий проповедник не молчит, он грех любого человека обличит, никогда, невзирая на лицо и чин. За Христа страдать готов и без причин. С ним вместе славу Богу воздадим, в себе грех благодатью Божией умертвим, чтоб вечно пребывать нам со Христом, как в жизни этой, да и в веке том. 11 сентября 2020 год. Читала Голубева Екатерина.